многофункциональные наголовные или бинокулярные лупы применяются для увеличения объема мелких предметов при проведении монтажных и технических работ. Особенно незаменима лупа в тех случаях, когда руки должны быть свободны. Современные радиотехнические устройства скомплектованы многочисленными чим-компонентами, на базе которых собраны практически все современные электронные модули бытовой и промышленной техники. Каждая фирма-производитель руководствуется качественной и многолетней гарантией безукоризненной работы своей электронной продукции. Но ничего нет вечного в работе любого механизма, тем более в электронике. Отечественные сервис-центры постоянно испытывают перенасыщение поступающих в ремонт телерадиотехнических устройств и прочей бытовой аппаратуры. Вот здесь и приходит на помощь мастеру-профессионалу наголовная лупа, с помощью которой можно разглядеть микроминиатюризацию планарного монтажа. Не составит труда, учитывая, что практически все наголовные лупы имеют многократное увеличение. Сети 7101, лупа наголовная, производитель компании CityBrand, лупа с головным креплением, двукратным увеличением. Дополнительное стекло трехкратного увеличения. Размеры корпуса 53 на 52 на 44 мм. Поверхность линз имеет специальную обработку. 8ПК-МА-003Н, персональная наголовная лупа от производителя Проски. Лупа с наголовным креплением, двусторонняя подсветка с помощью ламп на кавере, питающийся от двух батарей размера 3А, двукратное увеличение, дополнительные откидные линзы с увеличением в два раза, дополнительная поворотная линза с трехкратным увеличением, удобная подгонка фиксации головного ремня. Поверхность линз имеет специальную обработку. Бинокулярные линзы или проще наголовные лупы – незаменимые помощники любому домашнему мастеру, радиомеханику, не говоря уже о том, что без них нельзя обойтись на производстве, связанном с радиоэлектроникой, уровень сложности которой растет с каждым годом.